Бизнес-астрология. И у нас на очереди Телец. Каким бизнесом лучше заняться, чтобы получить хороший результат? В какой профессиональной сфере каждый из нас подвержен наибольшему риску? Тельцы. Отношение к деньгам. Никогда не заработаешь столько, сколько тебе нужно, чтобы чувствовать себя стабильно и уверенно. Если что, и дача есть, и вилла. А еще сколько припрятано. Глаз от богатства не оторвать. Любо, дорого смотреть, но мало. В принципе, хватает, но если б мыши не поели, да не урожай, было бы больше. Главное – деньги вкладывать в кубышку. Недвижимость, вечные ценности. Осязать приятнее, чем в уме пересчитывать. Отличная медитация на сон грядущий, чтобы с утра спрячься и тащить воз проблем, по ходу зашибая, устойчиво загребая кучу денег мелочи. Благоприятные сферы бизнеса. Удача в строительстве, в продаже и обмене жилья, риэлторские фирмы, продажи товаров для ремонта и обустройства квартир, фирмы дизайна, парикмахерские и косметические салоны, фирмы модельной одежды и ювелирных украшений, благоприятные туристические и горный бизнес, разведение цветов и животных, гостиничный сервис, автосервис. Отлично складываются дела в сфере искусства на уровне проведения презентаций и прочих светских мероприятий. Где же зона риска у тельцов? Это химическое производство и изготовление и реализация ковров, медикаментов, видеоаппаратуры, а также сюда нужно отнести охранный бизнес. Будьте аккуратнее здесь, тельцы!